Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксенонового света от компании ProLumen на цоколь HB3, температура свечения 4500 кельвинов. Комплект поставляется в фирменной коробке от компании ProLumen. Вот так вот у нас все упаковано. По порядку давайте пойдем. В комплекте два переходника идут от ксеноновых ламп к блокам розжига. Далее две ксеноновые лампы мощностью 35 Вт. Цоколь, напомню, HB3. Каждая лампа идет в таком поролоновом колпачке для того, чтобы они не повредились при транспортировке. Подключаются на 12 вольт через вот такой вот разъем. И к каждой лампе подключается еще блок розжига. К блоку розжига ведут три коннектора, вот таких вот пластиковых. Лампы абсолютно одинаковые две. Как они подключаются, далее мы посмотрим. Так. Здесь у нас находится блок розжига. Блок розжига также идет на 35 Вт. Полностью герметично заклеен, пыль и влага защищен. Корпус идет металлический. Вот так вот. Подключение идет также через вот такие вот три коннектора. Вот так вот все выглядит. Также еще один блок розжига у нас имеется. Вот такой вот абсолютно идентичен первому. Все точно такое же. Весь комплект ксенона собирается в Корее. Вот сейчас мы одну лампу подключим. Берем переходник, подключаем широкий разъем. Теперь лампу подключаем. Один, второй разъем и третий. Все подключаем до щелчка, чтобы надежно все фиксировалось. Так, ну и осталось подключить только питание 12 вольт. Раз. Два. Лампа у нас зажигается. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. В принципе, все ксеноновые лампы очень яркие, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона в автомобиль нужно откорректировать фары, дабы не слепить встречные автомобили. Как мы видим, температура свечения полностью набралась. Она, как и заявлено, составляет 4500 кельвинов, то есть слегка идет желтым оттенком. При покупке на комплект распространяется гарантия. Более подробные характеристики и стоимость комплекта вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.